Пятая спортшкола повержена, «Электрон» ликует. На своем футбольном поле вятскополянский «Электрон» одержал уверенную победу над командой из Кирова. Состоялась встреча в рамках чемпионата области среди любительских команд. Первый тайм матча прошел с абсолютным преимуществом вятскополянской команды «Электрон». Уже на 13-й минуте в воротах кировчан оказался первый мяч. Счет открыл игрок «Электрона» Петр Канаев. Затем в кировские ворота влетело еще 4 мяча. И только в конце второго тайма кировская команда попыталась взять реванш. Футболистам пятой спортивной школы удалось забить еще 2 мяча. Итог встречи 5-2 в пользу «Электрона». Вятскополянская команда с 7-го поднимается на 6-е место в турнирной таблице.